Все, в принципе, как вот от себя, что вы скажете про Азиаду? Все, тишина? Готово? Давай попробуем, да, если что, перезапишем. Так, поговорить, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично, ага. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Все, стоп. Действительно, в моей стране, на моей земле происходит великое впервые такой значимости событие. И я, как истинная патриотка Казахстана, рада. Еле выбираю слова. Извините, пожалуйста, но мне кажется, или чего-то не хватает. Что-то там не хватает. Вчера было другое что-то. А, Я извиняюсь, сори. Чего может не хватать, когда зеленка? Да, вот эта штука. У нас же вчера, электрик же приходил. Сейчас. Вот паразит, да? Я там свет был вот этот. Вы торопитесь, да? Секундочку. Сейчас я тоже схожу, посмотрю, что там. Та-да-та, играй, гармошка. Эй, давай наяривай. Та-да-та, бабка Юшка. Стой, не разговаривай. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Эй, давай наяривай. Здравствуйте. Здрасте. Смотрите, да? Что вы хотели? Да вот этот не работает. Сейчас забудем сделать. А это долго будет? Нет, нет, сейчас, быстренько. Мне просто сказали, что все готовы. Да, видите, один работаю здесь, не успеваю постоянно. Так. Угу. Вот нашел причину. Так, и все. Вы мне не поможете, пожалуйста, вот эту черную вилку, пожалуйста. Воткните в розетку. Черную вилку? Ага. Она только не ударит? Да нет, вас нет. Так. Ага, все есть. Так. Теперь здесь закрыть надо. Надо скорую позвонить. Да что же это такое-то, а? Скорую. Да где мой телефон, а? Здравствуйте. Это программа «Рост». Ты что же такое делаете, а? Я же телефон скорой не знаю. Мессарам бадрламасна баян не синдаю. Самая добрая, самая добросердечная актриса в нашем шоу. Это Артём. В актёр или электрик? Это электрик. Актёр или актёр по призыву. Даже у меня руки трясутся, блин. Мой человек умирает, блин. Простите.
О, мамочки. Я между прочим, столько раз видела, что разыгрывают. Но до такой же степени. Я думала, меня никогда не разыграют. Я думала, всегда. Знаете, меня поймали за самое слабое место, потому что я очень плохой помощник. У меня были такие случаи, когда я не знала, как себя вести вообще и что делать в этой ситуации. И вот теперь нужно запомнить мне телефон скорой, потому что я не знаю, куда звонить, и где у нас ЧС вообще. И когда вот вы меня, так сказать, покинули в такой ситуации, что мне никто не смог помочь, единственное, что мне пришло в голову отключить все вилки. Ну, он продолжал, значит, я побоялась к нему подойти, потому что я, ну, как бы, не доктор, я не знаю, что делать. И первое, что у меня пришло в голову, это позвонить в скорую. Но я понимала, что у меня нет телефона скорой. Фу, блин, мне плохо уже делать. Надо мне водички, мне что-то аж глаза затряслись, и шеи. У меня нервный этот бойлер в коридоре. Казахстанда ең көрікті, ең сүйкімді актриса және продюсер Баян Есентаева бүгін біздің бағдарламада алданды. Сонымен... Блин, у меня все трясется, у меня нервы. Спасибо. Надеюсь, я красиво кричала. Если честно, признаться, я уже хотел соскочить к вам по помощи. Мамочки, мамочки! Вы знаете, я видела несколько передач, где... Смотрите, у меня все передергивается вообще. Несколько передач, где... Что же вы делаете такое? Валерьяночки мне надо. Вот. Где я по-доброму смеялась над тем, кто был разыгран. Ну, иногда были, конечно, жестокие розыгрыши. Но я подумала, что в любом ситуации, в любой ситуации, даже если меня когда-нибудь разыграют, наверное, я либо догадаюсь, либо, ну, приму какие-то нужные действия, и меня невозможно разыграть. Но я уже говорила о том, что самое слабое место, когда человек становится плохо. Я действительно не знаю. Когда землетрясение, я не знаю, что делать. Когда человеку плохо, я не знаю, что делать. И действительно, я не знаю, кто вам сказал, что я именно в этой ситуации теряюсь, но это точное попадание. Я говорю, что у меня сейчас вот такое нервное потрясение, у меня вот, значит, ну, вот стучат виски, у меня тахикардия. Я ни в коем случае на вас не обижена, потому что, ну, как бы, все хорошо, что хорошо кончается. Так что спасибо, ребята, меня действительно разыграли. Мәссаған мен действительно алдандым. Баян Есентаева Мәссаған бағдарламасында арнайы сіздер үшін. Выключите камеру, теперь я скажу все, что я вас думаю. Кисадит? Мен Валерьяна.